«Налегке». Так называется наша следующая рубрика. Кстати, Илья, почему «Налегке»? А потому что так гулять приятнее. У меня в городе есть свои любимые маршруты, и один из них, самый центр, это улица Революционная. Ну, впрочем, туда я вас и приглашаю. Самое доброе утро. С вами Илья Колесов, и я приглашаю вас прогуляться по моему любимому городу. И уголок тихий, и памятник новый, но он уже успел побывать в руках реставраторов. В первые же месяцы Афоню так полюбили горожане и туристы, что его буквально стерли до дыр, желающие сфотографироваться. Именно эту сцену выбрал автор композиции Алексей Коршунов. Итак, перематываем на 6-ю минуту. В кадре сантехник Афоня Леонид Куравлев и штукатур Коля Евгений Леонов. Из железа не только штукатур Коля, но и всеми любимая газета. Кстати, здесь подпись самого актера Леонида Куравлева с наилучшими пожеланиями жителям нашего города. Так уж принято исторически, что ярославцев принято считать хитрыми, ловкими, изворотливыми, но добрыми. Так ведь, Афоня? Самого вам доброго утра, гуляйте больше по нашему прекрасному городу.